Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я хотел бы записать маленькое видео, посвященное изменениям, которые произошли на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения. Самое главное изменение на данный момент. Впереди нас ждет крупное обновление. Это группа ВКонтакте. Общение крайне важно. Очень много и часто мне пишут на почту, задают различного рода вопросы, и сейчас это можно оптимизировать, сделать более удобным и, соответственно, более доступным для нашего содружества. Надо сказать, что на канале YouTube сейчас на данный момент более 600 зарегистрированных пользователей, и они постоянно приходят на канал, новые люди смотрят наши видео, задают вопросы как под видео, в большинстве случаев задают вопросы на e-mail, и это правильно. Но теперь, если какой-то вопрос касательно вообще в целом работы лаборатории, ее продукции, услуг, которые она предоставляет, можно зайти в группу ВКонтакте. Вот как это выглядит. Нажимаем на эту ссылку на главной странице и попадаем в эту самую группу. Здесь вся контактная информация представлена по лаборатории. Можно написать, зайти на сайт, написать на электронную почту, смело позвонить по телефону и так далее. Соответственно, задать какие-то вопросы смело в этой группе можно легко. То есть нажимаем «Добавить запись» и, соответственно, можно что-то написать, задать какой-то вопрос и так далее. Вот, собственно, то изменение, которое у нас появилось непосредственно на сайте. Ну, как я уже сказал, осознанно или оговорился, не знаю даже, впереди нас ждет очень существенное обновление. Обратите внимание, в дальнейшем следующее видео будет посвящено разделу номер 5 разработки ЛПФО. Там появится нечто новое. Об этом в следующем видео. Благодарю вас за внимание и удачи вам!